Подло, воспользовавшись договором о прекращении огня, враг организовал нападение по всей стране. Посольство США в Сайгоне было атаковано отрядами камикадзе. Хесань находится под угрозой захвата. Сообщают, что дивизия северо-вьетнамской армии заняла город Хюэ, к югу от ароматной реки. Со стратегической точки зрения, вьетнамцы разделили страну напополам. Гражданская пресса мочится в штаны, и даже Кронкайт готовится заявить о невозможности победы. Сэр. Так что, Энн Маргарет теперь не приедет? На чьей стороне, сынок? На нашей, сэр! Любишь свою страну? Люблю, сэр! Тогда будь как все. Давай в команду и вперед к победе! Есть, сэр! Я требую, чтобы морпехи исполняли мои приказы как заповеди божьи. Мы здесь, чтобы помогать вьетнамцам. Ведь в каждом узкоглазом сидит американец, жаждущий выбраться наружу. Это очень жестокий мир, сынок. Надо постараться выжить, пока не кончится перемирие. Фильм Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка».